Самое время для садово-огородных дел. Расскажем, чем сегодня необходимо заниматься согласно лунному календарю. Наш спутник прибывает и находится в плодородном знаке Тельца. Это благоприятный посадочный день для любых овощных культур. Можно сеять на рассаду белокочанную капусту, пекинскую и цветную. Рекомендуется внести минеральную подкормку и произвести полив. У цветоводов отличный день для посадки декоративных кустарников, клубнелуковичных и многолетних цветов. Не рекомендуется пересадка, пикировка, рыхление в зоне корней. Всем желаем удачи на даче!